20 декабря Ленинградский металлический завод отпраздновал 160-летие. Чтобы поздравить сотрудников с этой знаменательной датой, предприятие посетила делегация правительства Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Сергеевичем Полтавченко. Гостям показали работу роторного цеха ЛМЗ. Здесь создается оборудование для атомных и теплоэлектростанций. Гости приняли участие в церемонии награждения наших коллег благодарственными грамотами правительства России и Санкт-Петербурга за большой вклад в развитие отечественного энергомашиностроения. В приветственной речи губернатор Северной столицы подчеркнул, предприятие, несмотря на серьезный возраст, является передовым и постоянно внедряет самые современные технологии. Вы сегодня производите самые лучшие в мире быстроходные турбины для атомной энергетики. Очень эффективные с точки зрения экологии турбины для гидроэнергетики, для теплоэнергетики. Я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, процветания вам, вашим семьям, хорошего настроения, понимания того, что ваш труд, он востребован, он нужен и стране, и городу, а самое главное, он нужен будущим поколениям петербуржцев. 160 лет – это такая мощная, большая дата, говорящая о том большом пути, который проделан Ленинградским металлическим заводом. За прошедшие годы завод превратился в крупнейшее энергомашиностроительное предприятие страны. И всегда главным достоянием завода были люди. Ленинградский металлический завод – не только традиции. Это движение вперед к созданию новых машин, освоению высоких мощностей, внедрению достижений науки и современных технологий. Это глубокое уважение к труду и компетенции, ответственность и профессиональное неравнодушие машиностроителей многих поколений. На ЛМЗ немало сотрудников, работающих здесь не одно десятилетие. Они видели родной завод в разные периоды и радуются тому, что предприятие не стоит на месте, продолжает развиваться. Сейчас есть хорошие перспективы. Появились заказы для импортных станций. И, конечно, я думаю, что сейчас в стадии развития хорошего находится, потому что все-таки идут вложения в новую технику. Но желаю, прежде всего, относиться к работе с полной отдачей. И все будет прекрасно. Успехов в труде, чтобы наш завод еще дальше процветал. Вот. Ну, что еще? Самое главное, чтобы все было хорошо, чтобы были рабочие места у нас на заводе и качественная продукция. Мы присоединяемся ко всем добрым пожеланиям и от всей души поздравляем коллектив Ленинградского металлического завода со 160-летием.